Сашка, привет. Привет, Маш. Друзья, Гия только что неделю назад стал чемпионом главного события на Кипре. Ура! Ура. 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 Ну давай, рассказывай. Круто, у тебя так шикарно начался год. Ну, просто сложение, Маш, ты же понимаешь. Просто повезло. Ну, у тебя такая, простите, череда побед, что не просто повезло, мне кажется. Я это считаю, что это просто какое-то везение. Тем более я никак не работаю над игрой, там, как люди, не сижу в каких-то программах. Просто сложилось, где надо выкинули, где надо кулер в мою пользу раздали, монетку выиграл. Ну, классно, что. Мы очень радовались, когда узнали, что ты затащил. Мы тут почти что пустили салюты. Но... Спасибо. Пожалуйста, всегда пожалуйста, только выигрывай. Как ВПТ для тебя проходит? Ну, ВПТ в целом неплохо. Я приехал, сыграл 2 сателлита, прошел мейн, прошел во второй день и вылетел успешно. И, ну, в итоге загрузка, вот 3 входа в клозер и 2 сателлита. 3,640. Я считаю, это успех. Да. Да, ну и в клозере еще сижу, так что есть шанс будем топить. Подотмазать трешку. Почему мы как не подойдем, ты вечно за столом спишь? Что происходит не в твоей жизни за покерными столами? У меня просто друзья-алкоголики все. Да, понимаю, у меня тоже. Дома я вообще не пью. Но сюда приезжаешь и скажите спасибо Андрею Демону. Спасибо, Литвину. Литвинов демон. Ты знаешь, ты плавно сам по себе перетек в мой следующий вопрос. Вот я знаю, что ваша тусовочка здесь славится жесткими, крутыми отжигами после серий. Поэтому у меня 2 вопроса. Во-первых, что планируется в этот раз? И расскажи нам самую крутоту, как вы потусили после какой-то серии, с того, что можно говорить на камеру. Вообще ничего нельзя говорить на камеру. Я думаю, не стоит... Мы просто гуляли, выпивали, пели караоке на этой серии. Уже? Еще ничего не закончилось. Пару раз было, но вначале за встречу. А, ну правильно. Потом за победу на Кипре. Ты все понимаешь. Потом Данилюк тут затащил. Да, еще. Тоже посидели. И, ну, Юнус очень красиво играл на гитаре. Мы сидели. Тоже надо было отметить. Чуть попели, попили, повеселились. Все как обычно. Кстати, хотел сказать, что ТВ-трансляция очень крутая в этот раз. Да? И класс. Стол с Сашей Денисовым, это, ну, фееричный просто. Говорят, это лучшая реклама Сочи. Не, ну, он крутой. Сань, ты крутой, честно. Гичка, как вы слышите, ну, Дима Шахов тоже. Большой молодец. Круто, спасибо большое. Круто комментирует и очень приятно слушать, и все четко по делу. Хорошая замена Илюхе Городецкому. А за кого я ты ему, топишь? Кстати, передал. Да? Передавай. А за кого сейчас ты топишь? Сейчас топлю. Ну, там несколько человек мне нравится, как играют. Лаппо. С детства за Лаппо тут уже транспаранты некоторые носили. Еще кто там остался? А вот смотрите, Дмитрий, иди-ка сюда. Мы только тебя хвалили. Кто там еще остался? Виктор Устимов. Нет, Виктор Устимов 10-м вылетел. Вылетел? О, ГГ, Дима. Ваги остался. Мартиросян. Ваги очень красивый. Покер показывает. И вообще очень хороший парень. Кто еще? Вова Лапо. Чемпион. Мы с детства за Лапо. За Лапо уже говорили. У Ги дома транспарант. Да. Еще кто? Ну, все, Влада состав. Стоит, за всех, кто, за, состав кто очень. Серега Харламов. Серый, вот. За Серого Харламова тогда топим. Класс. Дай бог затащит. Да, Гия, беги в клоузер, мы за тебя топим. Всем пока. Дима, ты беги в будку, беги-беги в комментаторскую. Друзья, мы продолжаем вещание с мирового покерного тура, следим за событиями.